Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. В сегодняшнем видео хочу вам показать доработку снова светодиодов OnLight. Вот, значит, новая серия светодиодов пошла, светодиодных светильников, ламп. Вот, значит, что с ними? Так, по-другому стоит конденсатор, то есть в тот раз я дорабатывал, ставил обычный светодиод. Вот сейчас же мне пришлось по-другому. Мне пришлось подбирать СМД-шный диод, вот, и ставить вместо него. Ну, перекомпоновали немножко. Конденсатор теперь стоит прямо на боку. Вот. Ну, не знаю, как бы, с чем связаны эти доработки. Ну, в общем, все то же самое. Все то же самое у Бога. Также конденсатор стоит на 200 вольт вместо 400. Его меняем и меняем, не меняем, добавляем диод. Вот что-то сейчас, кстати, открывается хуже, ранее норовит сломаться разъем. Видимо, поменяли немножко технологию, так по сути то же самое. Вот видите, я пытаюсь, он ломаться начинает разъемчик. Короче, здесь надо. Раньше не были такими. Вот. То есть что-то поменяли технологию. Вот, ну, в общем, вот если посмотреть, значит, так он теперь выглядит. Конденсатор вот так стоит тоже. 200 вольт. Вот этот раньше на боку тоже лежал, теперь стоит. Ну а так тут по сути то же самое. То есть если раньше я вот сюда диод запаял дополнительный, то сейчас уже не получится, потому что он просто, я сверлил отверстия, они сейчас уже, то есть здесь тоже придется ставить СМД диод, благо он у меня есть в принципе. Так, самое главное, чтобы ничего не отвалилось. Вот так вот сейчас снимается. Не знаю, что, почему у них технология поменялась. Вот. Ну, СМД тоже здесь помещается. Вот он как раз вот тут. Вот. Здесь делаем разрез. И делаю шуруповертом. Не имея ничего другого. Делаю вот так вот шуруповертом. Вот, можно сейчас почистить даже тот шуруповерт. Почистим дорожку. Вот, дорожка почищена. Сейчас осталось перерезать, то есть то же самое. Так вот, я сделал разрыв, зачистил, осталось немножко облудить. Вот видите, такую приспособу сделал. То есть я сюда, кстати, вот телефон могу ставить. Вот здесь всякие свободные руки. Так, вот есть.
считать, что есть. Сейчас мне надо будет диод выпаять. Так вот, диодик не удалось найти. Ну, вот он, значит, марка. Ну, в общем, короче, он на 800 вольт, 1 ампер. В принципе, здесь достаточно. Осталось теперь запаять его. Не очень это прикольно, честно говоря. Потому что он уезжает. Пытается убежать куда-то. Ну, получается. В принципе. Пинцета еще нету. Пинцет был попроще, наверное. Но это я не уверен. Ну, самое главное, там ничего не коротнуть. То все дело будет на смарку. Ё-моё, улетел, перестарался, передавил. Его, кстати, по-хорошему тоже нанести здесь лишнего припоя. Я что-то убежал припоя. Ну и, конечно, соблюдаем полярность диода. Ток у нас идет от плюса к минусу. То есть от анода к аноду. Блин. Шило вообще незаменимая вещь. Я не знаю, как я раньше жил без него. Я уж так давить не буду сильно. Лишку снимем. Так, ну вроде все. Вот так вот получилось. То есть вполне. Вполне по-заводски. Вот. И теперь осталось конденсатор нам выпаять и найти новую. У меня новую сейчас еще надо искать. В старых лампах он тоже может быть. Те, которые нормально делаются. Кстати, обратите внимание, этот производитель вообще, вот здесь тоже я нашел плату. Ну, хотя нет, это с трансформаторным блоком питания. Вообще производитель не заморачивается. Вот здесь предохранитель стоит. Там ничего, никаких предохранителей, ничего вообще. Это, конечно, нонсенс. Это он лайт. Ну, я не знаю, я бы, конечно, выкинул на помойку, но просто не могу сейчас других ламп найти. К старами либо диал нету на мой цоколь. Либо цоколь переделать уж, я не знаю, что. Потому что что-то мне эти лампы вообще не нравятся. Совсем. Вот, осталось сейчас здесь выпаять у нас конденсатор. Здесь он поменьше емкости, ничего страшного. Подумаешь, пульсации будет чуть побольше. Что здесь плата совсем маленькая, не могу прихватить ее своими этими крышнями. Чего не появишься ты, друг? Давай. Есть.
с краю. Ну это мы узнаем, если бахнет. Так, есть запаян, вот так вот получается. Чуть упало. Вот так вот получилась плата после доработки. Ну все, осталось собрать и погнали. Кстати, она ставится, там есть какой-то вон замочек. Она ставится только однозначно, поэтому другому не поставишь. Вот так вот. А единственное, я еще хотел сюда термоклей бахнуть немножко. Собираем. Конструкция, конечно, вообще без предохранителя, хоть бы СМДшный запаяли, что ли, какой-нибудь. Как так, ребята, товарищ китайцы? Вообще не беспокоиться о нашей безопасности. Вот и все. Он собирается так прикольно, лампы. Ну, самые технологичные из всех. Никаких там проводов, все как бы на плате четко вставляется, защелкивается. Но не ремонтопригодный, кстати. Потому что уже проверено, я уже смотрел. Светодиод там не выпадет практически. Ну, может быть, там СМД там феном только. Да, и мне кажется, смысла нет. Просто надо нормальную лампу покупать. Все, всем пока, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.